С вами Даша, и сегодня на моем канале видео, которое будет вам очень полезно, потому что на носу зима, и я вам сегодня расскажу про три самые классные, самые важные, на мой взгляд, конечно же, покупки на зиму, и не только на эту зиму, а на любую зиму, то есть это покупки, которые никогда не выйдут из моды и всегда будут радовать вас в гардеробе. Они и стильные, и модные, и базовые одновременно. Если вы заинтригованы и вам интересна эта тема, то, конечно же, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Как вы уже поняли, я постепенно перемещаюсь в студию в свою для записи видео. Надеюсь, что вам нравится фон, потому что я пока что еще над ним работаю. Я стараюсь его сделать максимально приятным для глаза. Я стараюсь работать над светом. В общем, я стараюсь для вас изо всех сил. Но сегодня речь не о свете и не о студии, а сегодня очень важный разговор. Разговор про три самые главные покупки и самые нужные покупки этой зимы. Я думаю, что сначала стоит озвучить, что же это за покупки, и потом я вам покажу целых 6 образов с этими вещами. У нас получается своеобразный хол, то есть покупочное видео, потому что все три вещи, они новые. Я их только что купила, купила все разом с одного сайта, сейчас расскажу поподробнее. Все три вещи бренда Acne Studios. Я нежно люблю этот бренд, он очень дорогой, но он очень классный. Я считаю, что из всех брендов, существующих сейчас на рынке, это самый стильный, самый минималистично стильный бренд, который только есть. Вы знаете про мою бесконечную любовь к моей такой байкерской кожанке черной от Acne Studios, и я уже 2 года охочусь за дубленкой в этом же стиле, такой оверсайз, такого большого размера, чуть больше, чем ты сам, как будто с папиного или с плеча бойфренда или мужа, но она была распродана в моем размере во всех магазинах мира, онлайн, офлайн, где угодно. Я 2 года не могла ее найти, даже винтажную подержанную, то есть это было нереально. В этом же году, я не знаю, возможно, они сделали больше выпуск именно этих дубленок в этом году, они есть в наличии на нескольких сайтах. Поэтому радостная новость всем тем, кто за ними охотился, они есть, по крайней мере, пока что в наличии. Я прекрасно понимаю, что это очень дорогая покупка, именно та дубленка, про которую я буду говорить, поэтому я, конечно же, нашла для вас огромное количество альтернатив. Это называется дубленка Aviator, и благо все масс-маркеты мира выпустили подобную модель дубленки, поэтому мне не составило труда найти для вас похожие варианты, и, конечно же, на свой вкус я отобрала лучшие. Все ссылочки будут под видео и на мою дубленочку, и на все похожие на нее варианты. И вот она, вешалка, правда, не от нее, Изабел Маран почему-то вешалка, но да ладно, я как сняла ее сейчас из шкафа, так и принесла вам. Фух, вот она моя прелесть, и честно, это прям моя прелесть. Она очень тяжелая, именно по килограммам, она не легенькая, но она и очень-очень, еще раз, очень теплая, она мягкая, теплая, классная, объемная. Я бы не советовала, наверное, такую модель дубленки девушкам с пышными формами, потому что она будет, конечно же, увеличивать в размере, но стройным девочкам, особенно длинноногим девочкам, это самое то. Потому что, если у вас не настолько длинные ножки, возможно, вы невысокого роста, то, возможно, она вас будет укорачивать, потому что она удлиненная, плюс оверсайз, наверное, не стоит. Но если у вас длинные ножки и достаточно стройная фигура, либо прямая фигура, то такая дубленка просто супер выигрышно будет на вас смотреться. Отличительные черты именно дубленки Авиатора у Acne Studios — это 2 таких замка ремня на манжетах, также один большой такой ремень кожаный, который идет по низу самой дубленочки, который тоже застегивается, если вы застегиваете дубленку. Дубленка застегивается наискось, как кожанка, по той же схеме, замок наискось прям до горла, и сверху, если вы совсем где-то в морозах, можно по
поднять вот так воротник, и здесь есть еще, по-моему, одна, да, одна застежка, еще один кожаный ремень с замочком. Внутри она полностью меховая, очень теплая. Я думаю, что ни одна русская зима мне больше не страшна с такой теплой и классной дубленкой. Я ее так люблю, что я ее решила надеть, пока я буду вам рассказывать про все остальные вещи. Итак, я сейчас быстренько пробегусь по двум остальным вещам и буду уже рассказывать вам про образы, которые я составила. Вторая, не менее важная вещь для зимы, так как я в принципе люблю юбки, но зимой попа немножко отмерзает, то я давно искала себе хорошую, качественную шерстяную юбку. И я нашла все идеальное в этой. Это тоже юбка от бренда Acne Studios. Она серая, а силуэта на высокой талии. Вот вы на нее посмотрите сейчас в камере и подумаете, ну какая-то простенькая юбочка, ну так ничего особенного, за что отдавать такие деньги. Но, когда вы ее примеряете, вы понимаете, насколько она идеально скроена. Даже кармашки, вот толщина каждой прострочки настолько красиво сидит и настолько идеальные пропорции у каждого шовчика, у длины, у ширины замка. Все сделано прям вот тютелька в тютельку, настолько классно. Мне, кстати, нравится, как эта юбка достаточно классическая такая, а силуэта серого цвета на высокой талии разбавлена таким современным и минималистичным замком с кожаным флажочком. Мне кажется, это добавляет какой-то легкости любому образу, и она здорово смотрится с любой зимней вещью, с любым джемпером, с любым свитером, с чем угодно, с удлиненным, с укороченным. Вы можете играться как хотите за счет того, что она на высокой талии. Вы можете придумать просто огромное количество аутфитов с ней, и несколько из них я вам покажу сегодня. И третья вещь — это шарф. Огромный, серый, он полностью кашемировый, это тоже Acne Studios. Вы знаете, от этого шарфа я долго думала, какое сравнение подобрать. Вот когда он прикасается к шее или к лицу, ощущение, что тысячи котиков своими лапками вас трогают за лицо. Это невероятно. Кашемировый шарф — это вложение на века. Вот действительно, пока в нем не появится дырка, пока вы его не потеряете, он будет вам служить, и он будет вас согревать, при этом вам не будет жарко, вы не будете колоться, как с шерстью. Я от шерсти всегда чешусь, если она в районе шеи. С кашемиром же у меня одни позитивные эмоции. Этот шарф очень длинный, он очень большой, то есть если просто я его разложу сейчас, вот такой он ширины, и длина у него, по-моему, что-то в районе, наверное, 2 метров, то есть он хорошо обматывается 2 раза вокруг шеи, и все еще висят такие длинные концы у шарфа. И давайте уже приступать к самим образам. Первый образ — это образ с дубленкой. Кстати, я вам не сказала, называется модель Velocite, если я правильно произношу. Если неправильно, обязательно поправьте меня внизу в комментариях, я с удовольствием выучу, как она правильно произносится. Я думаю, что это Velocite, 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 я не знаю. Помогите мне, в общем, я напишу, как это пишется. Итак, первый образ с этой дубленкой — это такой Total Black, разбавленный серым. И в этом образе я играю на фактурах. То есть у нас здесь присутствует кожаные брюки скини, кожаные ботильоны на каблуке, очень в обтяжку, которые соединяются визуально с брюками скини и создают очень вытянутый силуэт ноги за счет того, что не видно границы между ботильонами и кожаными брюками. Наверх я надела серый, очень пушистый, такой немного оверсайз свитер, который очень классно играет вместе с текстурой глянцевой кожи. Мягкость и такая гладкость кожаная вместе смотрится очень стильно и очень дорого. Кстати, я рассказывала об этом видео, как выглядеть дорого, что сочетание разных натуральных текстур по мягкости, по плотности, по зеркальности, скажем так, смотрится очень стильно и, как из названия видео, очень дорого. Также я дополнила этот образ давно забытой моей любимой сумкой. Это сумка Proenza Schooler. По-моему, она то ли PS1, то ли PS11 модель называется. Я до сих пор считаю, что это самая лучшая черная минималистичная сумка с серебряной фурнитурой, выпущенная по сей день. Она подходит реально ко всему, и мне кажется, что самое идеальное сочетание этой сумки — это с кожаной косухой и с вот такой дубленкой. Просто лучшее. Я очень рада, что я про нее вспомнила, и она снова будет у меня носиться всю зиму. Я не собираюсь ее продавать ни за что, и если вы давно хотели вложиться в какую-то вечную черную сумку, я считаю, что она тоже относится к разряду вечных черных сумок. Плюс на глаза я добавила прозрачные очки, и я люблю, как вы знаете, добавлять в образ прозрачные очки, хоть у меня и 100% зрение. Я считаю, что они добавляют изюминку, они собирают образ в единое целое. Все, хватит уже рассказывать, давайте смотреть аутфит. Thank you.
Второй образ дубленкой у меня без каблуков, но зато с ботфортами. Черные, замшевые, красивые ботфорты без каблука – это мой любимый Стюарт Вайзман. Я вам уже говорила, что это самый лучший бренд на свете, который только делает ботфорты, потому что это уникальные ботфорты, которые не сползают с ноги, сколько бы вы в них ни гуляли. И если вы давно искали ботфорты, то обратите внимание на этот бренд, я вам оставлю внизу ссылки, где его можно найти. И, конечно же, оставлю ссылки на такие же ботфорты, как у меня. Также в этом образе присутствуют черные плотные колготки, можно надеть еще плотнее. У меня, к сожалению, в ящике не было еще плотнее черных, потому что у нас зима еще не скоро, и я еще не успела ими закупиться на эту зиму. Также на мне черное платье-свитер с горлом, и я считаю, что это тоже незаменимая вещь зимой. Черное платье-свитер крупной вязки, в нем присутствует, по-моему, кашемир и шерсть немножко, но шерсти так мало, что она мне не колется. И я тоже вам нашла несколько классных платьишек, платьев-свитеров черных, зимних, оставлю вам ссылочки тоже внизу. Также здесь есть дубленка, есть маленький клатч Шанель классический, не буду долго на нем останавливаться, про него есть отдельное видео, оставлю вам ссылку наверху и внизу, и также черная обалденная кепи. Да, они снова в моде, 2 года, мой кепи лежал и ждал снова своего часа, когда он снова войдет в моду. И вуаля, я снова его ношу. Кстати, нашла вам обалденную подборку на кепи разных цветов, даже нашла вельветовые, нашла даже болотного цвета, очень красивые, тоже все ссылочки будут под видео, и давайте смотреть образ. Everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party? Третий образ дубленкой я назову Total Black с цветными акцентами. То есть, как вы поняли уже, вся цветовая палитра этого лукбука, она черно-серая и совсем чуть-чуть цветных акцентов. И еще будет белый цвет также присутствовать в образе в одном. Поэтому мне кажется, что такие образы подойдут большему количеству девочек, чем какие-то яркие, которые я иногда представляю на ваше обозрение, на ваш суд, так скажем. И черно-серо-белая гамма, честно, мне она не кажется скучной. Мне кажется, с ней можно играть бесконечно, поэтому, девочки, играйте на фактурах, играйте на текстурах. И я считаю, что в этом лукбуке как раз все это очень ярко представлено и можно брать как какой-то inspiration. Так вот, в этом образе у меня черные skinny джинсы с прорезями на коленях. Это 7 for All Mankind. Это моя любимая марка джинс, и я знаю, где они есть со скидками круглый год. Ссылочка внизу, не забываем проверять. Также в этом образе у меня очень мягкие такие ботильоны замшевые от Yves Saint Laurent. Они, кстати, до сих пор есть в продаже, у них на каблучке такой маленький значок Yves Saint Laurent. И почему я выбрала именно их, а не те кожаные ботильоны из предыдущего образа? Потому что сами джинсы, они не отражают свет, то есть они матовые, и матовые замшевые ботильоны тоже продлевают ваш силуэт ножки вместе с матовой текстурой джинс. Сюда же я добавила черный джемпер с горлом, он тоже у меня с кашемиром, обожаю кашемир, вы это уже поняли, наверное. И также я это дополнила небольшим леопардовым клатчем от Dolce & Gabbana, который я просто обожаю сочетать с Total Black'ом, и плюс к этому я добавила трендовый длинный шарф, это шарф с сайта Asos, он очень недорогой, если вы хотели какой-то модный, классный длинный шарф, а длинные шарфы это большой тренд, я вам рассказывала это в видео про тренды, оставлю ссылку наверху и внизу, и это шарф такой колорблочный, здесь 3 цвета, серый, оливковый и, по-моему, немного коричневато-бежевый, и перемотав все это через шею, эти цвета сливаются в такую красивую гамму и с леопардом, и с Total Black'ом, это смотрится очень здорово и соединено очень в цельный образ. Давайте смотреть. We'll be right back.
Следующий образ, в котором присутствует и юбка, и дубленка, это образ больше серый, то есть здесь присутствует серый свитер очень крупной вязки, он очень теплый, в нем реально в минус 35 не страшно, я очень постараюсь вам найти похожие варианты. Мой свитер от бренда Faye, я, честно говоря, не знаю, где его купить онлайн, но тоже постараюсь для вас найти. Также здесь серая юбочка, и я вам наглядно показываю, как можно носить ее с удлиненным свитером, и также как можно носить эту же юбку, подвернув этот свитер немного вовнутрь, то есть с более укороченным вариантом свитера. Также на мне вот эта дубленка, та же сумка Provenza Schooler, которая была пару образов назад, и те же ботильоны от Yves Saint Laurent черные замшевые. И своеобразной маленькой изюминкой этого аутфита являются черные полупрозрачные колготки в черный горошек. Если вы хоть где-нибудь найдете такие колготки, покупайте сразу 2-3 пары, потому что их реально сложно найти, а это отличная замена любым однотонным колготкам. Смотрятся они всегда очень свежо и очень стильно. Следующий образ тоже с этой серой юбкой шерстяной. Здесь же я ее дополнила белым, красивым, очень классным свитером. К сожалению, это коллаборация Tommy Hilfiger с Gigi Hadid прошлогодняя. Я думаю, что я нигде вам не найду его онлайн, но я очень постараюсь найти что-то похожее. Он очень толстый, плотный, и реально в нем тепло в любую самую холодную зиму. Также я дополнила этот образ белым шерстяным пальто. И вы помните, конечно же, вы должны помнить, что в этом году в тренде, если вы не смотрели мое видео про тренды обуви, вы тоже обязательно посмотрите, в тренде рептилии, то есть кожа рептилий, и мои сапоги, они под рептилию, то есть это натуральная кожа, такая проштампованная, скажем так, под рептилию, смотрится очень натурально, и только вот при таком рассмотрении можно разглядеть, что это не чешуйки, а только штамповка поверх кожи. Тоже вам постараюсь найти похожие варианты, оставлю ссылочки внизу. На мне также моя любимая базовая сумка от Louis Vuitton, это Pochette Métis, я ее нежно люблю, никому отдавать или продавать не собираюсь. Если вам интересны новости по этой сумке, я ее все так же люблю. Давайте смотреть образ. Самый последний образ мне захотелось посвятить шарфу, точнее посвятить серому цвету. Это Total Grey. Я его люблю до трясучки. Конечно, нужно иметь достаточно много вещей в гардеробе, чтобы составить Total Grey look.
Но, девочки, это стоит того, поверьте. Как круто смотрится несколько оттенков серого вместе одновременно, и мне очень нравится пропорциональность этого образа, длинный кашемировый серый шарф с длинным шерстяным серым пальто, и образ получился очень такой изи, очень легкий, очень прогулочный, и скорее это, конечно, на европейскую зиму, но в российскую зиму вы можете просто заменить обувь на что-то более теплое, чем просто серые кеды, как я показываю в образе. Хотя у меня вот муж итальянец. Он приезжает в Россию в минус 20 и ходит в летних кедах и говорит, что ему не холодно, поэтому... Я не знаю, наверное, в кедах тоже можно ходить зимой. Так вот, у меня здесь также присутствуют серые брюки с отворотом шерстяные и серый свитер кашемировый с горлом. Все это вместе создает такой total серый аутфит, который смотрится чрезвычайно цельно, чрезвычайно стильно. Плюс я его, конечно же, дополнила серебряной маленькой моей сумочкой от Dolce & Gabbana, и серебро у меня перекликается с серебряным носиком на моих адидасах кедах. Все, давайте смотреть видео, я надеюсь, что я вас заинтриговала достаточно. Что ж, мои подготовленные образы закончились, и я надеюсь, что вы поставите мне большой палец вверх за то, что я в плюс 28 в Италии отсняла зимний лукбук. Девочки, мне так жарко не было в самых жарких тропиках на Мальдивах, честное слово. Я очень зажарилась, но я понимаю, что в России и вообще в странах СНГ зима наступит гораздо раньше, чем в Италии, и вам нужно к ней подготовиться заранее, поэтому я с большим удовольствием для вас сняла этот лукбук и рассказала про то, какие образы я буду носить предстоящей зимой и что я бы вам советовала приобрести. Очень надеюсь, что видео было полезным, интересным, вы чем-то вдохновились для себя. Не забывайте, как я уже сказала, поставить большой лайк этому видео. Для меня это такое большое сердечное спасибо в мой адрес за мои старания, за мои видео, потому что это ваша обратная связь ко мне. И не забудьте подписаться на канал, если вы все еще не подписаны. Видео выходят 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница, 8 утра по Москве. А с вами, как всегда, была Даша. И я вас нежно целую. Муа! Пока-пока. До встречи в новых видео.